зовут Валерия Сальникова, мне 33 года. Я пишу картины, ну точнее рисую я с детства, пишу я со времен института. Именно поэтому я из далекого-далекого севера приехала в Москву, поступила на кафедру дизайна, получила образование графический дизайн, и именно с этого момента я пишу маслом. Обожаю масло, люблю масло. Масло в моей жизни. Да, конечно же, я и пишу и пастелью, и масляной пастелью, и акварельной пастелью, и какие-то акварелька и акрил. Акрил просто нужен для быстрого высыхания, но масло – это моя любовь. И работа, вторая работа, представленная в этом конкурсе, будет, конечно же, написана маслом, мастихинами, кистями, на подрамнике. Эта картина даже обрамлена такой современной рамой, которую мы сделали сами с мужем. А одно время я очень фанатела, точнее, ну и сейчас, конечно, но по семейным обстоятельствам мы пока не можем выезжать в Азию и так далее, потому что с маленькими детьми мне туда страшно ехать. Короче, люблю и полюбила давно Азию, Восток, и, наверное, из-за того, что я и сама с севера, можно сказать, что жила прям рядом с оленями, с чукчами, поэтому мне это все очень близко. В этой картине у меня 17 портретов всевозможных наций, и Япония, и Монголия, и Африка, и Азия, и Индия. Я все нации люблю, особенно их расписные невероятной красоты костюмы, украшения. Это все я старалась отразить. И эта картина называется «Дикие». У меня есть целая серия картин под одним большим названием «Дикие». Значит, что они не похожи на нас, не похожи на городских жителей. Для нас они дикари, а для них мы дикари. И поэтому я решила назвать так серию работ. И ее я выставляла в Москве, эту работу, в некоторых галереях. В заграницу я ее еще не вывозила. А раньше, до этого, я участвовала в 2013 году в Париже в выставке «Карусель ду Лувр» в арт, типа арт-ярмарке со многими другими художниками, но представителей из России было там совсем немного. Эта картина называется «Дикий», написана в 2017 году маслом, и я ее представляю вам. Далее вы посмотрите более близко каждый портрет, каждый глазик, каждое украшение. Естественно, написано все в стиле импрессионизма, все бегло, быстрыми мазками, потому что я не пишу просто в стиле реализма, я не хотела именно это показать, потому что это можно показать через фотоаппарат. А я все-таки пишу маслом.